Всем привет, ребята, меня зовут Алиса, и я знаю, что многие из вас удивились, потому что всегда я смотрела видео в лайк одна, а сегодня я буду смотреть ваши ролики со своей сестрой Лизой. Всем привет! Я надеюсь, это видео вам понравится, и если вы хотите больше, чтобы я не сидела в одиночестве и смотрела видосики, я приглашала Лизу, давайте наберем 25 тысяч лайков, и следующее видео будет именно с ней. Ну согласись, вдвоем намного интереснее, вместе посмеемся, и сегодня Алиса подготовила для нас очень насыщенную подборочку, поэтому... Оставайтесь с нами, будет интересно. Тебе понравится и вам понравится, я обещаю. Короче, я не знаю, как Лизино мнение, но если бы не было вот этого зеленого чувачка, я бы подумала, что парень делает явно странное движение. И что это у него вообще за полотенце такое? Ну это типа образ. Это просто восточные танцы какие-то. Ну, кому как, Лизе напомнила восточные танцы, а мне явно что-то неприличное, ребята, не поймите меня. Если бы не эта песня и не этот чувачок зеленый рядом, то я бы тоже подумала, особенно что-то он другое. Так странно. Ладно, будем считать, что он просто едет на лыжах. Двигай попкой, оп-оп. Забудься на час, туса жидкая сейчас. Дэнс-дэнс, времени в обрез, нужно убегать, бэйба. Короче, да, хоть один взрослый человек снял песню вот эту вот «Туса ок», потому что все дети тусят да тусят, хоть взрослая девушка тоже присоединилась. Специально надела шорты, типа, короче, чтобы все было видно. Он как-то так ртом двигает странно, будто жвачку жует, да? Короче, я включила это видео только из-за котика. Ты видела сразу? Я думала, он будет с котиком. Хотела вам показать, потому что я без котиков не представляю свою жизнь. А он просто мелькнул в начале и все. Ну, парень, короче, норм, симпатичный. В принципе, таких много. Ну, можно было движений побольше, а не просто ртом шевелить именно одинаково. У него просто красивая глаза. Это просто такой образ, да. Да, да, да. Будем думать так. Он в образе, все в образе. Одни мы тут все реально комментируем. Девушки бывают разные, черные, белые, красные. Ну, короче, с первой секунды все понятно стало. Короче, я не буду ничего говорить, но в лайке такого никогда не было. Походу, я попутала, но это реально лайк. Смотрим дальше. Но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться. Как бабуин какой-то. Ну, не знаю, мне кажется, они переборщили с вот этим всем. В принципе, они могли бы нормально обыграть это все, если бы так не разрисовывались, как реально бабуины какие-то. Бабуины это не разрисованные. Какая разница? Короче, а мне наоборот, ну, песня «Девушки бывают разные, черные, белые, красные», причем тут пакет на голове и вот этот полный трэш. И вот эти вот танцы вот так вот просто. Короче, да, это трэш-канал. Идем дальше. Фух, что-то мне не по себе. Мы говорили, что будет трэш, поэтому... Да, да. Хоть раз я не соврала. Напишу «жесть», и тут есть жесть. Идем дальше. А я знаю, кто это. Ставь лайк, если ты уже знаешь. Мне подписчики уже сказали, кто это. Ты знаешь? Нет, я вообще не знаю, кто это. Ну, сейчас досмотрим. Я-я-я-я-я-я-я-я-я. Как для пацана странно такие движения. Ты просто не видела его контент. Это блогер. Он снимает... Популярный? Достаточно популярный, но я не помню его канал, Бига, кажется, и он снимает там про лол в париках, всякие скетчи, поэтому это еще самый такой культурный из его роликов. Ребята, пацан снимает про лолы. Ну, трэш-контент. Зато это хайп. Пикачу уже не тот, походу. Мне кажется, либо это маленькая девочка, либо это уже женщина. Непонятно. Да, вообще. Просто непонятно. Ну, в принципе... Я ее не хочу оскорблять, просто непонятно. Да. Напишите да. В комментариях, как думаете вы. Не, ну тут просто короткий ролик, давайте следующее. Да. Right foot, two stops. Left foot, two stops. Slide to the left. Slide to the right. Criss-cross. Criss-cross. Cha-cha, real smooth.
Не, ну вначале она не, ну, прикольно двигалась, а вот в конце мне не понравилось ее движение. А мне наоборот, когда она сделала вот так вот ногами, я подумала, будет трэш, а так вполне себе так. Ну блин, после просмотра такого ролика мне как-то захотело улыбнуться, и это было позитивно, вот реально. Ну, тем более девочка такая прикольная. Да, именно, сделала... ту-ту-ту-ту. Она даже... это сделала все с юмором и обыграла прикольно. Да, это лайк, я вот поставила лайк. Это аллергия задолбала меня очень. Это прикольная близняшки? Песня. Да, это близняшки. Во-первых, меня удивила песня, во-вторых, близняшки. От всего чешусь я и чихаю днем и ночью. Будь здоров, будь здоров. Спасибо. Да сколько можно уже, будь здоров. Спасибо. Будь здоров. Песня очень крутая, реально, мне нравится. Да, я первый раз слышу, это пародия на тролль, да, кажется? У них волосы прям идеально одинаковые. Ну, потому что это близнецы. Ну, так обычно лицо только одинаковое, как бы волосы каждый по стилю. Кто-то ну, короче, крутые девчонки, да, крутые. Мне нравится. Вот если бы у меня была сестра-близнец, я ни на что не намекаю, но было бы круто, мы бы с ней там снимали в лайке. А так нет, да? Не, ну молодец, девочка, гимнастка. Да, Лиза, кстати, тоже занималась гимнастикой когда-то так умела. И я тоже, ну, реально, вот это заслуживает лайка, потому что вот, ну, когда показываешь свои достижения, это всегда круто, да? Ну да, если умеешь что-то, то почему бы и не показать? Да, ну... Многим это будет интересно. Ну, та девушка из второго ролика тоже умеет показывать. Прыг, скок, туса, ок, двигай попкой, оп. Вот нет. Это уже уровень, ребята, вы видели, как она прыгнула? Когда ты уже 8 часов боишься выйти на улицу, потому что темень, а тут 10-летние дети уже тусят. Забудься на час, туса жидкая сейчас. Дэнс, дэнс, времени в обрез, нужно убегать, бэйба. После этого ролика я вспомнила себя под эту песню, и я надеюсь, я так нелепо не выгляжу. Вот это эффекты, конечно. Я просто увидела меч и не хочу ничего комментировать, потому что, мало ли, на меня вон перед записью видео еще софтбокс только что чуть на голову не упал, поэтому я воздержусь. Крутая девочка, молодец. Эффекты супер. И музыка хорошая. Я одна это вижу, ногти из пластилина, по-моему. Короче, это топик, челлендж, лайки, крутой я. Ты сначала ботан, потом становишься крутым, но я это ногти из пластилина. Но я не думаю, что ногти. Может, это ногти из лизунов? Возможно, возможно. Мои подписчики бы оценили. Пикачу! Пикачу! Вы это видели? Она факами. Короче, я видела аккаунт этой девушки, и она, походу, учитель. Там 20 с чем-то лет, и там у нее все в школе с детьми. Если это учитель, то, блин, факи. А это, походу, сын маминой подруги уже вырос. Это так странно. Мужчина уже вроде взрослый. Я просто представила, это все равно, чтобы наши родители снимали. Так прикинь, наш папа ничего такой приходит понимаешь. С работы, садится этот ужинать и снимает в лайк. Ты ничего не понимаешь, он просто мою яишенку отведал фирменную. И это, кстати, к счастью или к сожалению, было последнее видео на сегодня. Очень насыщенное видео получилось. Много видеороликов мы сегодня посмотрели. И, в принципе, многие мне понравились. От многих я просто в шоке. Да, и на самом деле, ребята, не судите строго. Реально, все ролики были нормальные. Тем более, мы сами снимаем в лайк, что нам придираться. И это видео просто развлекательное. Поэтому на нас не обижайтесь. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, что делать? Поставьте пальчик вверх. Подпишитесь на наш
наши каналы. А также напишите в комментариях, как вы подписаны в лайки, и, возможно, в следующий раз мы посмотрим именно ваш ролик. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Всем пока.